Мы наконец решили пройти тест, поэтому я не знаю, как долго это займет, но вы узнаете об этом первыми. И наконец-то все ваши сообщения о том, что я казах, или что я там бурят, или еще кто-то, все наконец-то изменится. Ну все, друзья, этот момент наступил. Вы ждали результатов теста на генетическое, как это назвать-то, генетическую принадлежность, генетическую тест по определению того, к какому народу ты относишься по крови. Вот, все пришло, вы сейчас можете увидеть, что все белое, ничего не видно. Давайте посмотрим. Кто же мы? Тики я тоже получила. Мы сейчас узнаем, кто мы по жизни. Нормально тачку делать. Спасибо. О. Вот это стиль. Это стиль. Это стиль. Всем привет. Пришли здесь снимать второго. Пришли здесь снимать клип кое-какой. Ну, это мой первый кавер на русском языке. Поэтому вы все увидите очень скоро, вы все услышите. Солнце сидит прямо в глаза. Я не знаю, как мы сейчас будем снимать, но как-нибудь снимем сейчас. Так, мне включить фары. Какая разница? Не видно будет мне. Не, будет. Let's go. Чипотл — это просто уникальная еда. Тут едят все. Богатые мы. Бедные. Богатые. Мы. Сейчас я такое съем. Курит чикен. Кичен. А он китчен говорит. White rice kitchen. White rice kitchen. Ты снимает. Hello. Today. We're here. White rice. Super good, no good. Chicken. Kitchen. That's it. Russian похлебка. Russian похлебка. Чизикс. Энсаларус. Она хочет. Энсаларус. Takeya Day, 100%. Sub-Saharan African, 42.8%. Sub-Saharan, you're Sub-Saharan. I'm European. I'm 41.4% European. That's obviously funny. Because it's. I know. East Asian and Native American, 8%. Oh my God! Seriously? Wait. That's cool. That's actually really cool. Are you serious right now? Yeah, look. Oh my God, we're gonna get all kinds of government pension. Oh my God, go. You're 7% Native American, Takeya. Why are you surprised? What do you mean, why am I surprised? Так, ну, значит, я на 49.4% европеец, Eastern европеец, 46.7%. Азиат 49%, кореец 38.9%, японец 2% во мне есть какой-то, монгол какой-то во мне есть 1.3%. Очень интересно, очень интересно. Таймлайн. В общем, вот моя карта, дорогие друзья. Я не знаю, откуда во мне американец, конечно, какой-то, но... Очень интересно, да? Like, look at your circle compared to mine. Well, I'm pretty obvious. You are. I can't believe you're Native American. Oh my God. Ну все, я вам говорил, что я не казах. Я наполовину восточноевропеец, наполовину азиат, кореец. Как я вам и говорил, все оказалось правда. А вот Тике у нас, оказывается, у нее есть корни коренной американки. Поэтому мы сейчас напишем заявление в правительство, и государство будет выплачивать нам деньги. Класс. Никто не ожидал такого расклада. Если каждый человек, который живет сегодня, мог отследить их материнскую линию назад несколько тысяч лет в поколениях, то все наши линии, они бы пересеклись на одной женщине, которая жила в Восточной Африке где-то 150, от 150к до 200к лет назад. Скорее всего, она просто была одной из тысяч женщин, которые жили в то время, но все равно, ну, как бы, наша материнская линия начинается с ней, вот это вот L, 180 тысяч лет назад, потом на L3 пошло 65 тысяч лет назад, потом N, мы из Африки перебрались немножко повыше, 59 тысяч лет назад, 57 тысяч лет назад, R, и H, 18 тысяч лет назад.
Моя материнская линия это H1C. Вот, эта линия пришла из юго-западной Европы, пробежала через итальянские Альпы и в Словакию. Вот, понятно, это вот мама моя вот так вот прошла. Потом в Россию. Рашка, вот, пожалуйста, Раша. А потом Украина. Кавказ. О, все, кавказец. Все понятно. Посмотрите, какие камни. Посмотрите, какие камни. Посмотрите, какие рамы. Везде камни вокруг. Упремся, чувачело. Нам надо дорогу найти. Пойдем найдем. Так ты еще не уперся. Так здесь сейчас проезжал. Я на карте смотрю. Это все серпантин будет такой идти. Нам надо выйти. Красиво здесь локация вообще. Солнце такое термоядерное, но мы сейчас будем снимать. Оно уже, в принципе, садится, должно быть нормально. Но у нас две машины, мы сейчас будем сидеть как крутые. Потому что песня заставляет, так надо делать. Что, что сказали? Ты прикольно в кадре сменялся, я посмотрел пару моментов. Блин, значит надо... Значит надо видеоблогером стать просто. Вы увидите клип, вы офигеете просто, насколько... Ты тоже, тебя тоже послышишь, что ты заедет? Вы офигеете просто, вы увидите, насколько мы заморочились. И вы просто офигеете, вы узнаете, что за песня, вы сойдете просто с ума. Пацаны, сойдете просто с ума. Очень медленно. Сколько вам ехать? Пятерик? Да, вы можете газ не нажимать, просто тормоз. Да, просто на сцеплении. Там надо ровно. Да я могу как... У вас тоже такое бывает, когда вы думали, что нашли пустую дорогу, и вроде она пустая, но только ты начинаешь снимать, все начинают ехать всем просто. Интересно. Всем интересно. Грузовик он проехал, там этот почтовый грузовик проехал, там несколько бабушек, дедушек проехал. Сейчас, мне кажется, яхта проедет. Сейчас яхта. Блин, когда вот в такие места приезжаем, я вот камеру забыл вообще прям. Видеоблогер вот уровень бог просто. Сейчас Родяна играет, чувствую, типа, а что он делает, я не могу что-то. Просто по кругу что-то ты ездишь. Все сломалось. Отключи это. Конечно. Все, нас выгнали, короче, сказали, снимать нельзя. Вот, шериф пошел. Сейчас она уедет, и мы будем снимать. Поехали на солнце умный. Туда. Поехали. Сейчас она уедет, и мы будем снимать. Не, поехали, снимать. Так мы без Ронина, без всего. Поехали на солнце туда, чуваки. Ну ладно. Все, два раза шериф подъехал, потом этот шериф подъехал, такое... Нельзя снимать это без пермита, поэтому мы без пермита. Но, слава богу, все совпало, что мы уже все сняли. Но суть в том, что он здесь стоял. Ну вот, сколько мы здесь снимали? Минут 30, да? Да, мы здесь ходили минут 30, спокойно просто плясали здесь. Мы тут 30 минут, он тут стоял припаркованный, вот прямо вот здесь вот, 30 минут. Мы тут ходили, плясали с камерой, и как только достали Ронина, он подъехал такой. Все. Друзья, вы увидите этот видос. Я думаю, что этот видос будет готов к тому моменту, как влог выйдет. Поэтому вы можете прямо нажимать ссылку в описании или здесь сейчас вылезет на одной из сторон. А если еще не готово, тогда забудьте. Вот, но вы узнаете об этом сразу, как только. Так сразу. Доброе утро. У нас с вами начинается креативный творческий проект. Мы будем преобразовывать мое рабочее место, потому что, посмотрите. Во-первых, это два стола вместе. Вот, они не очень большие. Они довольно-таки узкие, и из-за колонок, и монитора у меня очень-очень мало места на моей части рабочего стола. А особенно еще плюс я хочу два монитора, чтобы у меня было, потому что намного удобнее так работать. Вот, поэтому мы сейчас собираемся, идем в Икею, Икея скоро открывается, мы сейчас собираемся, идем туда, и будем искать там кое-какие вещи, и посмотрим, какие столы там можно собрать самому. Будем покупать, перевозить сюда, строить, все ставить, менять. Ну, короче, все будет по-другому. Наша цель сделать, чтобы было больше места, как можно оптимизированнее и продуктивнее это сделать. И красивее, самое главное. Самое главное, чтобы душе было приятно. Поэтому пойдем в Икею. Давайте смотреть, что там есть. Все, мы в Икее, самое главное взяли. Погнали. Идеальная просто семейная кухня. Очень красиво. Дети, помните, в прошлом году у нашей собаки было очень скучно и одиноко дома. Мы ее отправили на волшебную ферму. Так вот, это вы были маленькие, вы были не готовы к этому, все было вранье. Вот наш друг. I don't know, but that's the one that I'm getting for sure. Take a picture. That's the one. Alright. And then this one, $13.99. That's it? That's all it costs? Yeah.
And then the legs and everything, and it's separate. There's the legs and there's the $13.99. Yep. Okay. You want the longer one? No, no, no. It won't fit. Вот все, собираем, собираем рабочее место. Будет четко. Мы решили не делать доставку, решили все отнести домой сами. Мы сейчас вызываем Uber XL, большую машину. И сейчас все отнесем, вдвоем отнесем, что значит я буду относить. Ну вот, надеюсь, сегодня уже построим хотя бы столы. Посмотрим, вмещается все или нет. И ну потихоньку в течение следующих пары дней я буду переносить все на эти столы. И должно быть круто, должно быть больше места, должно быть кайфово, должно быть вообще. Творится катастрофа, хаос, все перевернуто. Сейчас будем, поехали. Тикея там спит в спальне, она устала. Пока что вот так вот, два сложных вместе стола, мы их собрали сами, ну вы видели, мы отдельно все брали, но мои эти замеры очень даже удачно получились, прям четко все влазит. Угловое рабочее место и обычное просто такое, вот, и эти мы еще оставили, один продадим, один оставим. Только что засадил вот эту вот штукенцию для проводов, чтобы их там прятать, потому что не очень я люблю провода на полу, вот, но эти тут останутся, а вот все компьютерные, они залезут туда, эти пусть будут, вот, но так, пока что прикольно. Спасибо большое за просмотр, дорогие друзья, полный тур по обновленному офису будет в следующем видео, а пока наслаждайтесь вашей неделей. Увидимся с вами уже очень скоро.